Всем огромный привет! Сегодня видео будет посвящено вот такой вот пудрочке, как я и обещала снять отдельное видео на нее, так как не пришла она мне вовремя, пришла она мне в автозаказе. Это пудра в шариках от Faberlic, новинка 13-го каталога этой компании. И давайте начнем! Артикул этой пудры 6375, название у нее «Нежное мерцание». Лимитированная версия, я думаю, поэтому быстро она разойдется, наверное, больше не будет. При получении упаковка была еще дополнительно запакована в прозрачную такую пленку, что до вас ее никто не открывал. Здесь идет кисточка встроенная. Кисточка, сразу скажу, ужасная, она очень жесткая. Она некомфортная в применении, прям сильно, вот она может видеть, даже особо не прогибается. Очень жесткие щетинки, мне не понравилась она в использовании, плюс она вот так вот загибается еще, когда закрываете эту крышку. Поэтому ей я не пользуюсь, и выкинуть я ее тоже не могу, так как она прикреплена именно к закрывающейся части этой пудры. А здесь идет пуховочка, которую я тоже убираю. Ну и, в общем-то, сама пудра выглядит вот таким вот образом, в виде шариков, которые имеют три оттенка. Здесь идет белый оттенок хайлайтера, здесь идет розовый оттенок, как румяшки, такой нежно-нежно-розовый, слегка уловимый. И идет такой оттенок серо-коричневый, я бы вот так назвала, тоже бежевый серо-коричневый, потому что они не темные. Шарики, может быть, и не такие крупные, но, в общем-то, в кисточку они не забиваются. Использую я вот такую вот кисть для нанесения как хайлайтера. И, в принципе, вот в такую кисточку, она довольно-таки мягкая, в нее не забиваются эти шарики. Эту пудру я бы ни в коем случае не использовала на все лицо, так как эффект сияния дает хороший. И использовать ее хорошо именно вот на подобиках хайлайтера для подсветки определенных частей лица. Я использую вот в эти части и над губой. На зону носа я не использую, так как у меня зона Т довольно-таки быстро жирнится, и это будет, на мой взгляд, не очень красиво смотреться. Но это не такой хайлайтер, который дает, как говорят, жидкое такое свечение, что ли, сильное. Свечение очень деликатное, но оно заметное. Все равно на солнышке видно, что поблескивает. Эта пудра не так, чтобы прям высветлит вот эти места, да. Если кто-то хочет прям контуринг какой-то сделать, то нет, не высветлится эти места. Будет только деликатное свечение. Вот здесь и находятся такие темные шарики, но по сути, на самом деле, больше здесь пудра дает именно светлый оттенок, даже и не шибко розовый, а вот именно с белесом, с таким белесо-золотой перелив. Очень симпатично смотрится. Эта пудра как такая сверкалочка, как украшение себя, и, может быть, для кого-то не на каждый день, но я, в общем-то, такие штучки люблю и на каждый день использовать, и буду с удовольствием ей пользоваться. Может быть, цена у нее не сильно такая бюджетная, но в каталоге очень часто бывают различные скидочки, поэтому по скидке вполне можно себе позволить попользоваться, побаловаться вот такой вот штучкой. На этом я буду с вами прощаться. Надеюсь, мой отзыв был для вас полезен. Поддержите меня пальчиком вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем до скорых встреч. Пока-пока.